приездом в сборную. Очень рада тебя здесь видеть. Расскажи, когда ты узнал, как это было? Да, спасибо большое. Узнал я это сегодня. Наверное, за полчаса до сбора, когда надо было собираться здесь. Мне сказали, позвонили. Я был очень рад. Взял с собой все самое необходимое и быстренько приехал на такси. Что ты в этот момент делал, когда тебе позвонили и сказали, что ты вызван? Садился в машину и хотел поехать по своим делам. Ну, то есть был шанс, что ты куда-нибудь уехал бы и стал бы недоступен? Ну, возможно бы, да. То есть, ну, здорово, что так получилось. Ты был в расширенном списке, надеялся себя увидеть в основном? Да, я очень хотел попасть в основной список, но, получается, за 2 дня до окончания, ну, оглашения списков я заболел гриппом и уже думал, то, что меня больше не вызовут. Я очень расстроился, и хорошо, что так получилось, что я оказался сейчас здесь. Перед тем, как приехать в сборную, успел с кем-то пообщаться, может быть, что-то спросить, как здесь себя вести? Нет, только вот когда вот приехал сюда, я там пару словечками с Чистяковым обменялись, я спросил у него, какие здесь самые важные требования. Он мне подсказал, и все. Валерий Георгиевич сказал какие-то напутственные слова тебе уже? Да, мы с ним пообщались, и мне очень приятно, что у нас получился диалог с ним. И он мне сказал пару напутственных слов и сказал, что надо работать. Тогда у тебя все есть, и просто показывай себя, и у тебя все будет. Насколько сложно психологически с утра проснуться с одними мыслями, а потом через несколько часов выйти на тренировку национальной сборной России с людьми, которые являются лучшими футболистами страны? Да я думаю, это не очень сложно, мы же профессионалы, и в любой ситуации надо готовиться как профессионал, поэтому проблем с этим не было, и я рад, для меня честь находиться здесь, и я горд, что буду защищать цвета национальной команды. Ну а помогло тебе, что, во-первых, несколько человек из «Зенита», во-вторых, все-таки это все в Санкт-Петербурге, стадион наверняка тебе знакомый, да? Да, конечно, это очень приятно, что я нахожусь здесь, в своем родном городе. И первая игра у нас будет на нашем стадионе. Это очень приятно. И очень много болельщиков придут наших. Ты наверняка следил за выступлением сборной России. И наверняка видел матчи и с Кипром, и с Хорватией. Что скажешь по соперникам? Несколько слов. Честно, ничего не могу сказать. Потому что сейчас мы готовимся к Кипру. А потом будем говорить про Хорватию. Сейчас надо говорить про Кипр. Это самая главная сейчас задача. Надо набрать 3 очка, обязательно выиграть. А дальше уже будем говорить про Хорватию.